Всем привет, с вами сегодня снова я, Виктория Крокус, и сегодня я вам покажу, что находится на моем рабочем столе, потому что мое хранение канцелярии изменилось и добавилось очень много классных вещей, о которых мне не терпится вам рассказать. Я буду показывать все довольно-таки подробно. Сначала мы с вами пройдемся по столешнице, а потом я покажу вам, что хранится вот тут вот наверху на двух полках. Тоже более-менее подробно, потому что я никогда этого не делала. Оставайтесь со мной, приятного просмотра, давайте начинать. В этот раз я хочу начать с левого бока, потому что тут очень много всего необычного. Это мои любимые фигурки Funko Pop, я их периодически меняю, то есть летом у меня стояли другие, так как сейчас осень. Я добавила фигурку Мэри Поппинс в пальто, потому что она мне напоминает осень, такую холодную погоду. И это единственная моя осенняя фигурка. Также рядом стоит Ван Гог с красками, я не знаю почему, но я его никогда не меняю, он, наверное... будет стоять тут всегда, потому что он такой творческий, и это подходит под мой рабочий стол. Сбоку от них стоит свечка с тремя фитилями, запахом эвкалипта и мяты, но я ее пока не зажигаю, потому что она, мне кажется, такая более свежая летняя. И, наверное, вы уже обратили внимание, что стоит за фигурками. Это моя копилка, так скажем, одна из моих копилок, у меня их несколько. Конкретно в нее я складываю те деньги, которые я коплю на отдых следующий свой, скорее всего, в путешествии по Европе, потому что пандемия, она все равно когда-нибудь кончится, а так я уже буду копить деньги. То есть каждый раз, когда мне приходит моя зарплата, или каждый раз, когда я скапливаю определенную сумму, я могу сюда положить и 10 тысяч, и 5, и потихонечку у меня там уже кругленькая сумма набирается. Эта копилка не открываемая, то есть ее можно, наверное, только разбить или сзади как-то открыть. Я пока про это не думала, и для меня это даже плюс, потому что нет никакого соблазна, чтобы отсюда достать денежки. В основном тут купюры по 1000 рублей, но я, наверное, буду в следующий раз уже класть по 5, потому что так занимает очень много места. И эту копилку я покупала на Озоне за 500 рублей. Еще из нового интересного, сзади у меня появилась корзина для хранения разной канцелярии. В основном здесь хранится все то, что мне нужно для учебы. Сейчас я подвину поближе и покажу вам. Кто еще не видел, она белого цвета, в сеточку, покупала я ее в Икее за 500 рублей, или за 600, ну, что-то около того. Она нереально вместительная и классная, здесь все так удобно хранится, да, вещи иногда пылятся, но так как я их использую почти каждый день, пыль на них не скапливается так сильно. Здесь мой ежедневник-блокнот для разных идей, словарь для изучения английского, наклейки, книгу, которую я читаю на английском. Много-много еще разных наклеек, потому что отсюда их удобно брать, они всегда под рукой. Это стикеры для того, чтобы записывать все, то, что важное. Неоновые ручки, чешский язык, скотчи, текстовый выделитель от зебры, еще одна книга на английском, моя тетрадь по-английскому, мои учебники по-английскому, intermediate, по которым я занимаюсь сейчас, и мои прошлые pre-intermediate, нужно с ними, кстати, что-то сделать, и моя тетрадка для конспектов по изучению разных языков. Еще тут много всего мелкого, разные-разные скотчи, маленький пенальчик, который я обычно ношу с собой на учебу, стикеры, закладки пастельных цветов и еще всякие наклейки. Наклейки я использую каждый день, поэтому они тут долго не задерживаются, я постоянно новые добавляю. Ну, тут все довольно обычно, это мой iMac, ноутбук, клавиатура, там несколько пеналов, еще свечи, я их обожаю. Переходим вправо, здесь тоже две свечки, которые на данный момент у меня зажжены. Это искрящаяся корица и сливочное пиво из Гарри Поттера. Аромат просто неповторимый. Тут у меня довольно все просто. Салфетки для очищения монитора, там сзади тоже несколько свечей. Этот контейнер-органайзер я тоже покупала в Икее. Здесь разные ручки, я им пользуюсь каждый день. Здесь черные, синие, несколько цветных. И мои текстовые выделители от Зебра, 4 набора, которыми я тоже пользуюсь. Тут хранятся все мои текстовые делители, несколько скотчей и кисти для рисования. Фигурка Funko Pop Нимфадора Тонкс, часы, телефон заряжается, наушники, это беспроводные и проводные. Органайзер со скотчами, он всегда тут лежит, потому что я часто пользуюсь. Пенал от мужа, который я ношу на учебу, и несколько витаминов, это ягоды асаи и зеленый чай, антиоксидант. Они стоят тут, потому что я принимаю их каждый день, и чтобы не забывать, мне так удобнее. Деревянный контейнер с Алиэкспресс, да, вы можете сказать, что он сюда не подходит, потому что у меня все белое, но покупала я его давно, когда у меня еще был бежевый стол, по-моему, ну, полтора года назад где-то. Но он удобный, я не буду его менять. Здесь ножницы, разные скрепочки, ну, то, чем я тоже ежедневно пользуюсь. Мой книжный блокнот, мой личный дневник, такой осенний, красивый. Ежедневник, корректор лента и мои капиллярные ручки от Эммот. Ну, я думаю, я вам показала все довольно интересно, мы переходим с вами на верхние полки. Тут свечка осенняя и свечка, которая пахнет как сироп. Я ее тоже очень люблю. Много Funko Pop и несколько игрушек из киндер-сюрприза, которые сделаны совместно с Greenpeace. Это МакГонагал, чудовище, принцесса Диана, сахарная фея, Хоббит вроде бы, Дамблдор молодой,
Рон с кричалкой и Гарри Поттер с мантией-невидимкой. Летняя свеча, которую я не буду пользоваться, наверное, до самого мая или апреля с мохито. Антисептик. И все, да? На переднем плане все. Брашики от Эколайн. Еще несколько текстовыделителей от Шарпи. Тут тоже какие-то текстовыделители и карандаши. Фотоальбом. Очень много разных брашиков от Tombow. Это цвет кожи. Потом у меня есть пастельные, красивые и обычные. Много-много раскрасок от Disney. Это Babies, по номерам куча. Ну, у меня отдельно о них было видео. Вы знаете, что я люблю раскраски. И вот это вот осенние, которые я пользуюсь сейчас. Я вам сейчас, наверное, их подробнее покажу отдельно. Я вам не буду показывать прям все свои раскраски оттуда. Просто покажу несколько, как это выглядит, если кто-то не в курсе. Вот тут, с одной стороны, уже раскрашена картинка, и как бы вы можете подглядывать, подсматривать, каким цветом раскрашивать. Потом вот та самая осенняя, она уже обычная. Тут очень много тыков, разных деревьев, классная раскраска. Это моя одна из любимых. Герои Дисней, дети, по кружочкам. Пиноккио, динозаврик. Любовные истории. Такую же маленькую я разыгрывала в конкурсе. Очень, кстати, забавная. Сегодня такое странное освещение. То солнце светит, то пасмурно. Не обращайте внимания. Осень. Семья. Тоже очень прикольно. Когда у меня есть время, я стараюсь раскрашивать. Ну, конечно, это не прям очень часто получается. И раз уж достала, давайте вам еще покажу. Вот такая вот маленькая у меня есть Cuties. И брашпены, которые всегда лежат сверху. Пеналы с разными ручками, фломастерами, индекс-карточки, наборы наклеек, куча тетрадок. Здесь у меня просто все-все-все, что больше никуда не вылезало. Это и Sharpie Fine, и какие-то ручки, и брашики. Очень удобный вместительный пенал. Главное не забывать его открывать периодически. Здесь мои фломастеры Crayola. И когда я куда-то уезжаю, я беру их с собой. Ну, на несколько дней, я имею в виду. Индекс-карточки для изучения английского языка, они очень удобные. Это мой набор с Гарри Поттер фигурками. Там Дамблдор кукла, еще ручки. Кто помнит или кто собирал такие же фигурки Гарри Поттер из ленты, сейчас я вам покажу. У меня целая полная коллекция. Я их обменивала по Авито, по вторке даже. У меня есть даже беленькие невидимки, светящиеся. Очень классный набор. И я просто рада, что такое есть в моей коллекции. На второй полке у меня есть Нюхлер. Куча ручек, потому что я постоянно использую разные ручки, у меня они быстро заканчиваются. И блокноты. Блокноты, тетради, мой смешбук, ну все как обычно. Вот это то, чем я пользуюсь на учебе сейчас, тоже вам, наверное, сейчас отдельно покажу. Мне очень удобно, что у меня эти блокноты хранятся именно на полках, а не в ящичках. Я всегда, когда мне нужно, могу достать и знаю, что где лежит. Какие-то творческие блокноты и тетрадки. Эту картину по номерам я разрисовала сама. И она мне нравится, сюда подходит. Такая спокойная. Это было все. Надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Напишите в комментариях, какая находка на моем рабочем столе вам понравилась больше всего. Может быть, вы чем-то вдохновились. Всем пока!